274 выпускника колледжа Международного гуманитарного университета получили свои дипломы младших специалистов по самым востребованным специальностям. Право, экономика, компьютерная инженерия, дизайн, фармация, перевод. Теперь у молодых людей есть возможность реализовывать полученные знания или же продолжить учебу, поступив на третий курс Международного гуманитарного университета. Поздравил выпускников президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов. Как прошло празднование последнего звонка в материале моих коллег. Последний звонок сегодня прозвучал для 274 выпускников колледжей Международного гуманитарного университета, профессионального и медицинского. За годы учебы выпускники не только получали качественное образование, но и принимали активное участие в научных, творческих и спортивных мероприятиях. Среди достижений выпускников колледжа – призовые места на областных и всеукраинских олимпиадах, номинации в научных конференциях. Поддержать выпускников в такой важный для них день пришли родители, преподаватели, а также руководство вуза. Ранняя профессиональная ориентация очень положительно сказывается на подготовке специалистов. Я считаю, что вот эта система, которая нами внедряется на протяжении уже 20 лет, подготовка младшего специалиста, бакалавра и магистра, она оправдала себя. Я горжусь нашим колледжем, который мы создали 15 лет назад и который оправдал себя полностью. Я искренне поздравляю всех наших выпускников колледжа Международного гуманитарного университета. Хочу поблагодарить в первую очередь и самих учеников, потому что учеба – это труд. Поблагодарить родителей с тем, что они создавали условия, чтобы наши дети закончили колледж. И хочу пожелать нашим выпускникам в первую очередь, чтобы они были здоровы, чтобы они были счастливы, чтобы у них всегда все было хорошо. Пусть с их уст никогда не сходит улыбка. Большинство выпускников колледжа пополняют ряды студентов Международного гуманитарного университета. Руководство вуза отмечает, что система, которую внедрил президент высшего учебного заведения Сергей Кивалов, колледж-университет, имеет хорошие результаты. Ведь молодежь приходит в университетские аудитории уже максимально подготовленными. Для реалии сегодняшнего образования это очень большой выпуск. 270 выпускников сегодня покинули стены колледжа Международного гуманитарного университета. Но мы спокойны, потому что они все поступают в Международный гуманитарный университет. Потому что система колледж-университет, которая была основана президентом Международного гуманитарного университета, академиком Киваловым Сергеем Васильевичем, она дает очень хорошие результаты. Во-первых, дети могут после 9 класса уже определиться со специальностью. Это немаловажно. Я всегда говорю, пока их одноклассники учатся в 10 и 11 классе, они уже овладевают реальной специальностью. Они ходят на практику, они занимаются с кандидатами наук, с докторами, с профессорами. Это очень важно. Обучение в колледжах Международного гуманитарного университета проводится по разным специальностям. Но самое главное, что они все востребованы на рынке профессий. Право, экономика, компьютерная инженерия, дизайн, фармация, филология, английский, немецкий язык, психология, музыкальное искусство и еще много другого. Они все старались, учились, принимали активное участие в жизни, студенческой жизни. И сегодня они уже выпускаются в большую жизнь и поступают на третий курс Международного гуманитарного университета. Для них была очень насыщенная учебная студенческая жизнь. Они много старались, учились. Они учились в два раза больше, чем школьники, которые учились, остались в 10 классе. Потому что им необходимо было освоить профессию, пройти практику, защитить дипломные работы. И сегодня для нас самый трогательный момент, для всего руководства колледжа, что мы выпускаем будущих специалистов, дипломированных специалистов, которые будут достойно представлять нас на рынке труда. Именно благодаря инициативе президента Международного гуманитарного университета, академика Сергея Васильевича Кивалова, у студентов колледжа уже начиная с первого курса преподавали кандидаты, доктора наук. Именно благодаря этому они сегодня становятся самыми лучшими дипломированными специалистами. Поэтому от имени всего студенческого коллектива и родительского комитета выражаем огромную благодарность нашему президенту, который на протяжении всех лет старался для того, чтобы они учились в самом лучшем заведении страны. После напутственных речей и добрых слов родителей и преподавателей, выпускников также поздравили студенты Международного гуманитарного университета, продемонстрировав свои таланты и умения, которые поддерживают и развивают в университете. Со мною везде, небо и море, одежда.
леса. Ты в сердце моем, ты всюду со мной, Одесса, мой город родной. Во время праздника последнего звонка состоялась торжественная эстафета передачи Кубка знаний. Этот символический знак выпускники колледжа вручили новому поколению студентов, тем, кому еще предстоит пройти интересный и насыщенный трехлетний путь обучения. Студенты отмечают, 3 года учебы пролетели незаметно, но очень красочно и атмосферно. Большая роль в этом преподавателей, которые стали настоящими друзьями и наставниками для молодежи. Пролетело все так быстро, а знаете почему? Потому что очень было интересно, очень было весело, очень хорошие преподаватели были. Буду, конечно, скучать. Узнала для себя много нового, нашла много новых друзей. Одним словом, все шикарно. Честно говоря, у меня за эти полгода ни одной энки. Это объясняется тем, что мне очень нравится сюда ходить, очень хорошая атмосфера. Если честно, ну, за всем буду скучать, за людьми, вот, которые здесь вот рядом и меня окружают, за, опять же, этой атмосферой. 3 года прошли очень быстро, довольно-таки интересно, самое запоминающееся. Это, наверное, 1 сентября была первая сессия. Родители выпускников подтверждают слова своих детей и дополняют, что остались довольны образованием, которое получили их дети. Колледж без преувеличения дал им путевку в надежное профессиональное будущее. Когда мы учились еще в школе, я имею в виду моя дочь, сомнений в том, что мы поступим сразу же в колледж, практически ориентированы, не было. Несмотря на то, что как бы оценки были высокие, можно было учиться дальше, рекомендовали даже школьные учителя. Но мы с семьей понимаем, что в жизни нужно работать над собой, становиться как можно раньше, осваивать практические навыки и иметь профессию, которая защитит тебя всегда в жизни и будет твоими ангелами. Крыльями. Помимо вот процесса обучения, то есть очень важно, в какой обстановке находится ребенок. И когда ну вот, по-домашнему оно тепло, уютно, как хорошенький, даже, ну что говорить, красивый кабинет, ухоженная территория, то есть комфортно себя чувствует ребенок, ему хочется учиться. Помимо этого, они там принимают участие, да, то есть они ходят в какие-то, ездят в поездки, ходят на какие-то мероприятия, то есть все время какие-то у них акции, какие-то у них ярмарки, то есть общественная жизнь какая-то тоже, помимо просто учебного процесса. Хочу сказать слова благодарности и президенту, и администрации, и всем преподавателям за то, что приняли, выучили и выпустили в жизнь. Вступительная кампания в колледж Международного гуманитарного университета начинается через месяц. Прием заявлений и документов для поступления начинается с 29 июня и закончится 13 июля в 18 часов.